Прежде чем покупать ребенку либо себе какие-нибудь дешевые наушники в пределах $1-2, стоит все-таки обратить внимание на наушники чуть подороже, дабы не гробить свои уши. Есть замечательная альтернатива — Хока М101. Великолепная гарнитура на случай, если вы забыли основные свои наушники. Bluetooth, и едете там в поездку, лучше переплатить и купить, конечно же, это. Но и особенно для детей. С превосходным звучанием, длиной кабеля 1,2 метра. Прекрасным кейсом для упаковки их на место. Обычные вкладыши, но которые имеют объемный звук и очень хорошо звучат. Здесь четырехполосный джек 3,5. И сейчас мы их послушаем. Определяются легко и просто, как гарнитура, имеют переключение на проводе. Громче, тише. С фирменной надписью Хока. Ну и как же они звучат? Так. Ну, возьмем, допустим, чтобы что-то послушать. Так. Аудио. А на полной громкости с небольшим шумодавом. Очень прикольная штука для того, чтобы ваши уши сказали вам спасибо. Также здесь есть мягкий уплотнитель, и заламываться они будут не так, как обычные дешевые, где выход идет с пластика. И также есть еще ограничитель, кому он действительно нужен. В общем, вот такая вот гарнитурка.